Друзья, наступило утро крайнего дня. Вчера ураганный ветер. Прогнозы были, что сегодня тут будет такой же. Мы подготовились полностью на форель идти на озеро. Утром встаем, ветра нет. И решили, естественно, крайнюю рыбалку посвятить морю. Поедем сейчас, помотаемся, поищем треску, поищем еще какую-нибудь там рыбу. Надеюсь, что что-то поймать удастся. И вам будет интересно все посмотреть. Фердинанд заправил катер, несет ящик под рыбу и в путь. Я еще даже не забрасывал, капитан уже тащит первую треску. И чаящие тут как тут, говорит, дайте нам пожрать. Фердинанд сразу дуплет тащит. Обе неплохие. Я даже не забрасывал. Думаю, сейчас Фердинанд опустит. Фердинанд опустил и опять уже тащит. И опять две, по-моему. Ну. Ну, это хорошее место. Фердинанд вытащил две, в чем одна такая, килограмм на 4, минимум, если не 5. Сушевский, поздравляю. Тяжелая работа, тяжелая. Пока снимал Фердинанда, чуть на остров нас ветром не занесло. В последний момент заметили. Вот видите, рядом остров здесь. Фердинанд ловит рыбу, а я балуюсь, таскаю на вайперочек. Опять что-то село там внизу. Не знаю, не крупное. Сейчас вытащу. Единственное, осталась последняя батарейка, поэтому он у него тоже Фердинанд сидит. Поэтому все показывать не буду, еще засядет, говорю, последнюю батарейку засажу. Вытащу, покажу. У меня сход уже под лодкой. Дотащил доверху. А, Фердинанд вытащил. Красавчик. Опять. Сидит треска на спинге, не знаю, удастся ли вытащить, уже несколько сходов было. Но кайф, зато на легкую снасть, когда тащишь такую рыбу, обалденный. Рыба все равно не нужна, большинство рыбы отпускаем. Так что это так уже, именно ради шпаса, ради удовольствия. Фердинанд ловит нормальную рыбу, а я вот пикшу поймал на беленький виброхвостик. Шиповочка Тайртап. Ну тут что такая неплохая. Ближе к полтиннику, я имею в виду по сантиметрам. По весу не знаю. Опа-па-па. Следующий заброс этого же виброхвоста. И село что-то уже хорошее, не треска. Тормоза пошли у меня. Удочку тянет под лодку. Ну зато проверим прочность снасти. Смотрите же. Ты что творишь? Вот в этот раз треска, тогда пикша была, вот сейчас видите, на этот же виброхвостик тащу треску. Сейчас Фердинанду подведу, чтобы он взял. Тихо-тихо-тихо. Опа, покажи его. Разверни от другой стороны, чтобы приманку было видно. Не-не, наоборот, приманочку, чтобы было видно, да. Я за нее же... я за нее держусь, да. Вот видите, белый виброхвостик, шиповочка и... Ну-ка. Да ладно уже все. Вот она такая треска в районе трешечки. Отпускаем красавицу. Опа. Все, пошла. Вон она. Пошла подрастать. Вот это супер. Пока сильный ветер, снег, дождь, перешел на тяжелую снасть. И вот треску вытащил на подсадочку. На поводочек, который ты пришел. Сейчас мы ее уже быстренько отпустим. Пусть живет. Распогодилось, я опять взял легкую снасть, а рыба села серьезно, только тянет вниз и все, доршик видно. Я поставил виброхвост, вернее, твистер поставил, пчела тайртаповский, думаю, ну, твистера еще сегодня не кидал. А головочка там, у меня там 20 с чем-то грамм, ну, 21 или 24. Ловим сейчас не глубоко, здесь в районе 30 метров. 32 метра, да. То есть, как бы, ну, особо не глубоко. Ладно, не буду тратить батарейку. Выключу, включу, когда уже подтяну. Ребята, на такую мелкую приманку схватила такая, что ее не поднять без этого. Заглотила как? Килограмма 4, наверное. Хорошая.
О, красава! Дал я выбрать хвост гусеницу. Поклевку это жрали хвост, сволочи. Опять на эту же гусеницу, которую хвост откусил, только поставил другую, новую. И опять клюнул, судя по всему, доршик. Я даже не переживаю за спиннинг. Тянет. Справляется вообще абсолютно спокойно. Такой крупная рыба. Рыбачит намного приятнее, когда ловишь на легкую снасть. Конечно, это занимает немножко больше времени. Но в данном случае не стоит вопрос заготовки. Посмотрите, как она его заглотила. Такая 2-2,5 треска. Я возьму, наверное, возьму. Подведи. Прям за приманку, да? Ну, ничего, все равно отпустили бы, вон она красавица. Пошла, красавица. Все равно отпустили бы. Вытаскивай одновременно. О, хороший. У капитана килограмм 5. Не, у меня поменьше. У меня такой килограмма 2,5. Вот они два. Смотрите, красавчика плавают вместе. Ну, соответственно, приманки и рыба. Тут правило сработало большому куску. Рот радуется. О, хорошая. Пятера минимум. Пятера есть, да? Да, пятера стопудовая. Каска. Ну, такого малыша килограмма 2-2,5 отпускаем. Пусть живет. Смотрите, что сейчас. Только-только вот мы разгрузились. Аж темно. Повалил снег. Вовремя капитал дал команду. Делаем ноги, сваливаем. Да? Сваливаем отсюда, потому что вообще темно, ничего не видно. Все, опять пришла зима. Хорошо, мы успели несколько часов выскочить на море. И все. Увидели темный горизонт, прикинули, пора сваливать. В любом деле главное вовремя сделать вовремя ноги. Вовремя смыться. Да? Только дошли в порт, как повалил снег. Света белого не видно. Да, так что, друзья, крайняя рыбалка в Норвегии закончена. Просто обалдеть. В Германии, считаю, у нашей земли почти не было зимы. Так вот, теперь немножечко нас она тут застала.